Привет, ребята, а вы знаете? Откуда у коров берется молоко? Но сначала подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать мои новые видео. Многие думают, что корова производит молоко из съедобных ему корма. Но это не так. Корова, как и любое другое млекопитающее на Земле, не вырабатывает молоко круглый год, а только в те месяцы, когда кормит своего теленка. Именно с этим первым природным питанием кроется и вся особенность и уникальность молока, его польза и питательность для всего организма. Корова дает молоко, даже если ей не удалось пообедать. Таков природный механизм, который обеспечивает полноценное питание малышу, даже в самых суровых условиях обитания стада. Ребята, давайте еще поиграем в игру «Сделай сам». Здесь нужно соединить цифры и точки с нужным количеством предметов. Вот это цифра 1, 2, цифра 3. Сейчас мы будем считать, какое количество предметов вот на этой картинке. Как вы думаете? Давайте посчитаем. Раз, один кед, два кеда. Значит, какую нам с какой цифрой нас соединить? Правильно, вот с этой. Считаем дальше. Сколько кружек здесь нарисовано? Одна. Правильно, одна кружка. Дальше, что у нас там? Лошадка. Сколько здесь лошадок? Одна. Правильно, соединяем с цифрой один. Одна лошадка. Матрешки. Сколько здесь матрешек? Раз, считаем. Два, три. Три матрешки, правильно. Значит, какая цифра? Три. Дальше. Мячики. Сколько у нас мячиков? Раз, два. Два мячика. Шарики. Сколько у нас тут шариков? Раз, два, три. Три шарика. А теперь сколько варежек здесь? Раз, считаем вместе, два, две варежки, правильно. А тут сколько нарисовано? Один, правильно. Считаем здесь сколько? Раз, два, два. И здесь раз, два, три. Три, все правильно. Давайте еще повторим цифры. Один, два, три, правильно. Все вы предметы сосчитали правильно. Молодцы. Если вам понравилось видео, ставьте лайки и подписывайтесь.